А вот в Ровенском районе начали необычный эксперимент. Здесь приступили к возведению первой в регионе школы, объединенной с детским садом. Действующая школа села Кочетное располагается в здании 50-х годов постройки. Капитальный ремонт там не проводился, а в новом здании разместят начальную, основную школу и детский сад. Это будут три блока. В общей сложности в учреждении образования предусмотрено 180 мест, 40 из которых придутся на детские группы. Такой объединенный проект в дальнейшем планируют использовать при строительстве других школ области.